Делегация из Стаффордшира побывала в Ивановском клубе по месту жительства «Параллели». Сюда приходят ребята, которые состоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Новичкам предлагают тесты на профориентацию. Если ребенок склонен к творчеству, то он может посещать тренинги креативности, занятия по театральному мастерству. Многих после таких профилактических мероприятий с учета комиссии снимают. Британской гостье Барбаре Элкс, как и всякому пришедшему сюда впервые, предложили определиться с профориентацией. Есть различные ребята, которые, например, попадают к нам, потому что совершили мелкую кражу, которые плохо себя ведут в школе. С ними мы работаем, пытаемся их социализировать, чтобы ребята начали заниматься социально полезным трудом.